И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же на операции, и это уже второй выпуск этой прекрасной игры. На этой прекрасной карте. Наверное, прекрасный и вообще жутко и ужасно, прям кошмар. И, кстати, я смотрел Роквелла, как убить Роквеллов, и тут, блин, там что, вообще никто не... Кто-то убивает его просто с обреза. Заметьте, не на ритах, ничего, на серверах, на 1x с обреза убивают. Просто вручную. Кто-то там убивает там пару жнецов, пару дрейков, все. Кто-то чисто один дрейк. Кстати, самый лучший вариант, который я смотрел, это был один дрейк и обрез хороший. Все. Все, блин, ничего не нужно. Убить альфа Роквелла. Камон. Ладно, фиг с ним. Короче, с этой серии, с этой карты я могу уже использовать тег... костюмы, оружие, все, что тековское, я могу использовать. Почему? Потому что по заметкам первопроходцев, а я все-таки следую именно им, пожалуй, это единственное, чему я следую. Тупизм. Не знаю, почему я назвал по заметкам первопроходцев, потому что я хотел пройти игру, и так интереснее будет. Короче, на этой карте появились тег оружия, костюмы и так далее, так как появились те, кто могли за это делать. Все. На этой карте, наконец-то, я могу использовать тег. Но до тега мне еще очень крайне далеко. Вот. Да, это все прекрасно. Сейчас мне бы вообще в первую очередь вот это вот. Хотя бы снаряжение и планирование. Кстати, мне писали в комментариях о том, что если поставить, точнее, в ловушку закинуть под комментариями про серию, про волков, это с острова еще. Вообще, классно. Классно, когда пишут по тем сериям, которые уже прошли. Комментарии. То есть, люди смотрят, люди верят, это классно. Так вот, писали по тем комментариям, что если 2-3 волка засунуть в одну ловушку, то, типа, будет все нормально, и они не будут друг друга бить, если ты его оглушишь. Проверим. На этой карте есть опустошители такие прикольные ребята, и мне они обязательно будут нужны. Погнали грибы полутаем. А мне они обязательно будут нужны, потому что, ну, такие вполне удобные. И волчья стая, все дела, вот это все у них есть, это клево. Вот, поэтому обязательно что-то там на карна похоже какой-то. Обязательно всех продавим, то есть хотя бы трешечку, по идее, лучше всего. 2, либо 3 обязательно притомим. Но для этого мне нужно добыть кристаллы. Кристалл, металл и все дела. Лучше свалим отсюда, ну и нафиг. И, кстати, вообще лучше балл держать в руках. Кристаллы, если не ошибаюсь, где-то в том районе полутать можно. Металл вообще вон там наверху, я знаю, есть. Кстати, вот эта вот веревочка, видите, по центру? Вот эта вот веревочка, по ней может пройтись волк. Собственно, опустошитель, если не ошибаюсь, опустошитель они зовутся. Вот, так что опустошитель это вообще прям норм тема. И я прям... хочу их как минимум двоих притомить, сам за самку, соответственно, хороших ловлов. Вот, будем томить, будем пытаться выжить. Честно, я на этой карте очень мало играл. Кстати, да, с последней серии у меня там прошла неделя. Вот, и я и перестановку сделал, и звук, наверное, уже по-другому стал. И, надеюсь, нажатие клавиш будет меньше слышно, в скобочках нет. Вот, ну, в общем, что как где, посмотрим. Так. Ну, а по сути, что? Болосы есть, копья есть, инструменты есть. А, блин, куда я пошел? Я ж кристаллы не смогу каменными инструментами добыть. А у меня вообще металл есть? Я вообще хоть металл-то добыл хотя бы немножечко? 16. Должно хватить. Хотя бы для кирки. В целом, клево. Аберрантные динусы в темноте особенно, это прям вообще клево. А я вышел полутать камешком. Поставил изготавливаться... Хоп. Изготавливаться... Кстати, благодаря лампочкам мне не нужно ставить это пиздричество. Пережарка металла. 5 есть, почти есть. Да, пускай здесь будет. И, собственно...
Сейчас сделаем верстак. И инструменты. Итого, кирка есть, топор есть, копии такие пойдут. Ну, нет у меня металла. Сейчас я его пойду удалить как раз-таки. Сделал себе два парашюта. Кстати, что там пика у нас требует? 10. А, у меня что, 6, 7, 6. Короче, забей. В общем, идем лутать. Металл, кристалл, все дела. Надеюсь, что не помру. Я вспомнил, откуда добываются синие. Я прям реально их вспомнил, откуда они добываются. Синие, зеленые, красные. Красные где-то там внизу добываются. Синие. Не, блин, барашек тут тусуется. Слушай, не, барашек. Ты, конечно, извини. Но нужно. Мне нужна. Оп, дебил. Нужна баранина, а я лутаю топором. Ну ладно, я хоть вовремя вспомнил. А, господи, цветок, твою мать. Так, 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 так. Вот, курятник точно нужно будет сделать в ближайшее время. Так, диплодок, иди взад. А, не в мой. А, о чем я говорил, я уже... Твою мать, да ты серьезно, что ли? 4? Это что за нафиг? Вы серьезно? What the fuck? Это что сейчас было такое? Беги, тупица! Твою мать! Что сейчас такое было? Это... Пошли в жопу! А, сраные кусты! О, боже мой! Они чё, учуяли баранину? Шучу, конечно, но, блин, нифига себе! Ух! Дурдом. Так, я забрался на крышу. Ага, я вижу вдалеке эту тварь одну. Одна из четырех. Где остальные? Может, упали вниз? Это было бы неплохо. Но я точно знаю, что они бежали. Они могут быть там за углом. Это отвратительно. А, я все еще отхиливаюсь. Да. Так как у меня не хватает соломы, я забираюсь вот так. Взял второй шкаф и забираю сюда. Кушаю грибы. Ловлю глюканы. И провожу прекрасное время. Я думаю, вы теперь поняли, из-за чего я эту карту так боюсь. Просто ужасно. Мало того, что она темная, так еще и вот так вот. Но труба меня будет спасать. Труба будет показывать свой чужой издалека. И я уже буду видеть. Вопрос, где этот парень? Да, вот. Ой, да там их 3 или даже 4 все там, короче, классно. Классно, классно, классно. Мне нужны кристаллы. Почему кристаллы не дропаются сверху, как вот камешки, вот это вот все? Было бы очень удобно, если бы 2 кристальчика дропнулись бы так. Да вообще, здесь же есть скалолазанье, это... А, металла-то нету. Тьф, кошмар. Вот, поэтому... А, стрекоза сраная пошла в жопу. Сдох, козёл! Так тебе и надо, ублюдок! Так, ё... А, это топаешь. Отлично. Ужасно. О, ты еще один барашек. Лёва. Ну тебя-то я точно убивать не буду. А зачем? Так, здесь делается элемент, но он делается одна штука, типа, за раз. Твою мать, сколько ты всего требуешь, пошел ты в жопу. Отлично.
Здесь же кристаллов нет, они вон там наверху. У меня есть парашют. Еще остался один, отлично. Я смогу по-быстрому спуститься вниз. Мне главное залутать металл. Металл мне нужен для того... Металл тоже было бы неплохо. Кристалл. Мне кристаллы нужны для того, чтобы я смог сделать трубу, и уже мне было легче. Да пошли вы! Вот про что я говорю. Ну спасибо. Своим хвостом зацепил. Задержал меня. Почему я такой медленный? Почему я такой медленный? Ужасно. Ну, мне, по крайней мере, это кажется, что я медленный. А где быстрый? Пошли взад! Ну там собаки были. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, нет, так далеко. Нет, нет, тормози, тормози, тормози. Кошмар. Пожалуйста, отпустите меня. А, спасибо. Кстати, солома. Солома. Никого нету, отлично. Солома, это хорошо. О, еще еду налутал себе, класс. Да, я на грубах живу. Забыл это дебильное место. Ну ладно. Если что, фундамент спасает, благо около базы и солому подлутал. Короче. Я не знаю, как туда добраться. Ну, сами видели, там сколько волков. Ужас. И, кстати, блин, ловила бы их узнать. Эч! Ну почти же. Да ёп. Слушай, они дешевые. 80 литков металла, 4 самоцвета и грибная. Это ж все фигня. Но это фигня, это сейчас я добуду. Да, я тут выбрался с помощью фундамента. Да, теперь буду его держать себе с собой на всякий случай. Выбраться-то выбрался. Ах ты, собака. Жду, чтобы испортились они. Словить момент и разделить. Забраться наверх. Там должен быть металл. Может быть и кристаллы будут, не знаю. Но, соответственно, нужно из вот этих камешков пока что подлутать себе метальца. Чуть-чуть. И желательно не сдохнуть, сделать уже трубу и наконец наслаждаться тем, что я буду видеть всех козлов, кто пытается напасть на меня и убить меня. Это вообще-то очень важно. Важно видеть, кто за тобой охотится. Ужасно, ужасно. Честно, ни на одной карте так сильно не, скажем так, как не зависишь от вот этой трубы, прям реально ни на одной карте. Здесь же это прям вот это все. Я, возможно, типа скажете, ой, да ладно, что-то обычная же карта, все дела. Но это для вас она обычная, а для меня она страшная. Я ее очкую, вот реально. Ну, я не знаю, с чем это связано. Возможно, первое впечатление были. Вот примерно так, как сейчас рапторы напали. Я такой, что твоя мать творится? Кстати, что там? Нормально скорость бегали? Ну, казалось, как будто я бегаю ужас как медленно. Не. Надо заделать. Мало ли кто еще сверху грохнется. Помню, первый раз я их две сделал, думал, типа, в две руки ставить. Ну, их же две, типа, было. Дождался специально, чтобы испортилось все мясо. Ну, типа, опять же, забуду. Вот, и... О, красота, наркота, бабахается. Так, дальше что мы берем? Да, давай сюда. Пригодится здесь. Так. Как там? А, вот так. Отлично, погнали. А это рукой бить. Отлично.
Я помню, что нужно именно направлять, куда ты делаешь. Если красненький, то нельзя. Он типа не зацепится. Типа нет ровной поверхности. Окей. Ну и, соответственно, с каждым этим оно тратится. О, сюда можно отлично. А на Мегалании намного легче. Ну, просто это. Я говорю, я здесь уже, когда играл, давно это было. Вроде даже практически после ввода. А вот синенький я типа спрыгну, да. Практически после ввода. Я томил Мегаланию. Вот, и на Мегалане прям очень удобно по этим скалам тусоваться. Прям вообще кайф. Но мне нужно выше. Мне нужно выше. А вот заберусь ли я выше, это уже другой вопрос. Так, сколько у меня парашютов? У меня два парашюта. В теории я могу прыгнуть вон туда и долететь, но кристаллы там находятся. Ну, давай посмотрим, что у нас вообще здесь. Да уж. Не забраться сюда. Ужасно. Твою мать! Вот для этого мне нужен был парашют. Да, потом будут крылышки, как бы все дела. Клево, буду планировать, парировать. Ага. Но это будет потом. Сейчас у меня нет ресурсов на это дело. А, нет, это там. И я так подумал, а какая разница? Я же могу туда сразу забраться. Только там рапторы, конечно, тусуются. Но чем придумаем сейчас, придумаем. Когда вот спущусь вниз, тогда и придумаем. И починю их. Да, забраться туда не получится так вот нахрапом. Это нужно вот по той веревке. О, зипер. А что нужно на зипер? Как он там обзывается там? А, зиплайн. Да. А пошли 5 синих кристаллов. Чтоб вам и кало с этими синими кристаллами. Фу! Фу на вас! Текс 4 слитка металла. Что у меня еще? Еще 2. Жопа! Если я сейчас не залутаю металл, то значит будет жопа. Мне опять придется с камней их лутать. Эх, ну что поделаешь? Да что ты вечно гадишь, собака? Ты... Вот в этот раз реально собака. Лампадок. Текс. Ужасно. Я реально, я всю серию пытаюсь. Твою мать, да пошли в жопу. Не серьезно. Дурной. Мне так близко. Это так ужасно. Так, что я могу сделать? Нет, здесь не такой крутой поворот, чтобы они спрыгнули туда вниз. Кстати, подо мной пещера. Это я точно знаю. Я не помню, какая там, что там с артефактом, не с артефактом, но там пещера. Блин. А там собаки, я их туда пригнал. Кошмар. Такс, окей. Пойду поищу, может, где еще в каком месте есть этот. Кристаллы в другом месте. Блин. Ну что, погнали. Глянув на карту ресурсов, я вспомнил, насколько здесь все жопа полная, несколько уровней, вот это все дела. Да. И без конкретных знаний, где это находится, я этого не увижу. Жапень. Погнали. Короче, будем выживать. Вот там где-то металл, я точно знаю. Но опять-таки же там тоже не так-то уж и безопасно и радужно. Единственное, что мне пришло в голову, это сделать побольше болосов. И отбиваться. Отбиваться. И еще раз отбиваться. Ну, просто их там много. Веселей. О, они так за мной не бежали, что ли?
Да, еще эти песни же кровоток накидывают. Мне сейчас просто тупо повезло. Они почему-то побежали туда. Ну, собственно, как это у рапторов бывает. Они типа бегут на тебя, а потом не бегут на тебя. Дурной пиазель. На меня беги. Красава. 96. Слушай, вот это клево. Самец 96. Это хороший левел. Но я бы не хотел бы с тобой связываться сейчас. Потому что, честно, страшно. Честно, страшно. Так, а что я могу сделать? А я могу тебя завалить. А в жопу тебе нафиг. А, завалю тебя. Эй, сюда. Я как раз что-то спала. Это дурной, что ли? Твою мать, я забыл, что сразу же после этого они не ловятся на болос. Энное время. Вот для этого у меня дофига болосов. Если что. Так. Или все-таки притомить тебя? Не, ну блин, самец 96 левел. Не, нафиг тебя, короче. Пока что... Пока я не сделаю трубу, лучше вообще ничего не... Да, левел хороший, все дела, вот это все хорошо, но, честно, очково прям до ужаса. Очково в том плане, что я пока его буду томить, что-нибудь еще случится. Пока трубы нету, мне вообще страшно. Не, я не шучу. Я пока не вижу, где свой чужой, мне прям вообще очень сильно напрягает. Вот я сейчас здесь знаю, что где-то эта тварь, она еще серого цвета, под цвет камней. И это... Блин. Я их и вижу. Да пошли вы. Ой, ужасно, 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 что сделать. Ну, единственное, что я сейчас могу сделать реально, это переловить их все и сдрапнуть. Мимо них. Да? Да? Ну, давай так и сделаем. А чё, есть вариант, что ли? Чуть жуки сраные, конечно, нет. Такс, один. Второй, отлично. Потому что вот они уже кристаллы. Хоть и зеленые, да пофигу. Самое главное, что это уже кристаллы. Да, я с них и зеленые добываю самоцветы, и обычные кристаллы. Надо было сразу так сделать. Нет, в нем как-то, знаешь, получше. Так, с кристаллы. Кристаллы это хорошо, кристаллы я добыл. Если я еще здесь металл найду, вообще будет здорово. Ну, типа, хоть что-то. О, скорпиона, точно забыл про вас. Есть что, а если найду? Металл, по идее... Глюциногенные грибочки, чуть не наступил на них. Ну, клево было бы. Должен быть металл, но не здесь. Там-то, понятное дело. Он там вроде бы дальше должен быть металл. Этот. Собственно, как и синий кристалл, тоже где-то там туда вдаль должно быть. А мне нужно. Это что там, Мишаня, что ли, ходит? Мишаня клёво. Я бы сейчас бы Мишаньку бы притомил. А, нет, это халикатери. Халикатери это козлы. Не люблю халикатери. Не, подожди, это Мишаня. О, Мишаня, Мишаня. Ну, блин, опять-таки же этого левел не знаю. Чтобы даже пытаться что-то делать. Я этого левел не знаю. Точно, здесь же мишки тусуют. Вот с мишками я точно ничего не сделаю. Своим полосом. Просто бежим. Просто бежим и оглядываемся. Странные звуки пошли в жопу. Пошел ты! Так. Давай луч залутаем. Почему бы нет? О! Классно! Говно!
Ну, как бы было бы логично, но ладно. Да какого левого? Будешь что ты? Эй, дурой что ли? Пошел ты, пошел ты, пошел ты, пошел ты, пошел ты, говорю. На хитинг пойдешь, тварь. Забыл про него. Вот прям реально забыл про него. Ну, я его уже видел. Тусовался он тут. Так, скротокрысы. На вас мне плевать. Мне нужен металл. А, это зарылся ты? Господи, я подумал, сдох. Хотел уже подлутаться. Да блин, мне казалось, что здесь есть металл. Ой-ой-ой-ой-ой, но нет, я его не вижу. Вот зиплайн был бы, я бы уже туда наверх забрался, и все было бы хорошо. Там-то я точно знаю, там должен быть металл. Либо меня очень сильно контузит, и я чё-то путаю. Но не должен. Не должен. Ладно, возвращаемся на базу. Фиг с этим металлом. Возвращаемся на базу. Возврат на базу будет довольно-таки легким. И... оп! И все, и до дома. А, наконец-то! Наконец-то! Долбаная труба. Да! Да, я наконец-то вижу, где нейтралы, где козлы. И теперь наконец-то я могу разглядеть какого-нибудь там левела. А, ну, левел, понятное дело, говно, если в 16 это у них топовым считается. Ого, 116-й кротокрыс. Классно. Но томить все равно не буду. Зачем он мне? Фух, наконец-то. Труба есть, и я могу более, так сказать, спокойно бегать. Не, конечно, когда я уже... Да, 96-й зря, наверное, убил, я там так скажу. Потому что вот 100%, 100% я потом буду бегать и сказать, ой, где же хороший левел, да, там видел Карнотавра, сопался. Буду ходить, искать хорошего левела, все дела, но... фиг с ним. Так спокойнее, потому что он был слишком близко к базе и мог мне, скажем так, навредить. А вот сейчас я могу спокойно бегать и... блин, такая клевая раскраска. Прям вот, вот такой зеленый мне нравится цвет. Классно. Фью. Мишаня! 8-й левел, блин, точно. А какого левела тот Мишаня был? Там сейчас мне рапторы встретятся. Они не рапторы, а эти. Песели. Песели мне сейчас встретятся там. Кстати, вот в такую это тряску. Твою мать, ты серьезно? Пошел ты! О, дурная псина. Вот и сдохни. В общем, в такую тряску падаешь, короче, с этих. Вот с них. Альпинистских. О, болосы закончились. Ну классно. С альпинистских крюков, короче, не знаю, все. Мне. Вот где он был, кстати? Вот реально, вот где он был. На тебе, козел, добью тебя, тварь! Не, не добил. Тебе повезло. Ну, то, что я его не добил, ему повезло. Его добьет другой. Лошара. Отлично. Такс. Ну, болосов у меня теперь нету. Что фигово. С одной стороны... реально, где он тусовался? Ужас. Вот просто откуда он вылез? Черт его знает. Но я хочу глянуть, что там Мишаня. Тут же Мишаня тусовался. Так, вижу, 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 вижу. Пошли в жопу.
Еды бы подлутать. О, Сильвестр левел! Клёво! Блин, я хочу Мишку притомить. Я хочу притомить Мишку. Ну, понятное дело, не такого левела. Левел, чтобы был побольше. Где там сытый? Вот он сытый. Сытный. Да, 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 да. Ну да. Бог с ним. Сейчас мне нужно не это. Сейчас мне нужен опустошитель все-таки, как ни крути, так как он, ну, мне поможет забираться туда, куда нужно. Да. Ну, а так как уже полчаса прошли, вот, кстати, наверное, из-за этого я ненавижу эту карту. Кусты здесь огромные, как не знаю что, блин. Заблудишься в них, и тебя, короче, сожрут. Серия. Полчаса прошло, уже даже 30 минута. Я думаю, мы все-таки тут сегодня сделали дофига сильный шаг вперед, потому что теперь у меня есть труба, я могу видеть свой чужой, я могу видеть левел 11, и томить теперь будет намного легче. Я думал, что я все-таки быстрее доберусь до туда. Казалось, нет. Да уж. Ну а на этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, ну и, конечно, делиться моими видео с моими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока.